никогда не проклинать. Колоссальнейшая работа. Благословляй народ Божий, евреев. Бог тебя благословит. Они не так, они обобрали Березовский. Это запредельно далекое. Близкое то, что человек рядом. Спасибо большое. Не, ну вы знаете, это прямо как... Так, светло и радостно стало, потому что есть такие люди, которые вот так понятно. Вот что-то вкладывают. Без Бога это шагу не сделать. Это невозможно. Понятно. Даже одну книгу, это каждая книга, 750 страниц. Вот отдельно, как работает, допустим, тут второй том, это с сектантами, баптисты, ходят, свидетели Иеговы. Как их обратить к истине? Это все рассказано. Я миссионер, в моем доме многие сектанты стали православными, стали батюшками. То есть... Ну, надо это просто полюбить. Вот у меня знакомый один, он еврей, Наум Израилевич. Он обратился, стал православным, сейчас священник православной церкви. Война должна быть. Война, но война только одним оружием – любовь. И мы должны показать, что с Богом, со Христом жить очень хорошо. Даже в трудности, в бедности нужно научиться жить интересно, красиво, я как выражаюсь, азартно. До свидания. До свидания. Всего доброго.